Сегодня очередной инструмент будем тестить на жёлку. Она короче, чем на 110-м венгере. Чувствуется, что это штамповка. Вот. Чувствуется, какая она острая. Тестить будем на вот таком вот брёвнышке. Это берёза. В меру сухая. Грызет очень даже хорошо. Но она не совсем сухая, конечно. Вот. Но, тем не менее, вгрызается очень бодро. Перепилить без особых проблем можно. Ее никуда не ведет. В отличие от ножа, которым начинаешь резать хлеб или помидорку, и его ведет как первую крысу, потому что он толстый. И геометрия ножа интересная. Но речь идет о ножолке. Напилить дровишек для костра ею свободно можно. Если взять хороший упор, то перепилить без всяких проблем получится. А вот возьмем хороший упор и 4 сантиметра ветки попробуем отпилить. В режиме реального времени. Соответственно, провернем немножко. Береза есть береза. Все так же чувствуется острым, но тем не менее с задачей она справилась. Влажноватую березу перепилила. А это означает лишь одно. То, что ножолка со своими задачами справляется. Венгеровская ножолка с этой задачей справилась бы не хуже, я так думаю. Ну, в принципе, по ощущениям одинаково. Скажем так, здесь удобнее просто из-за того, что удобнее держать саму ножолку, потому что толще обхват по самому мультитулу рукой. Вот и все. Кому было интересно, подписываемся на канал. И добавляемся в друзья. Лайнер мягкий, шарик дает свободный ход, не царапая ножовку. Достается под диванием. Ножик здесь тоже подпружинен, но без фиксатора.